Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал Суши Пинчук. Сегодня я хочу показать вам мастер-класс, как сделать идеальную Филадельфию ролл. Для начала нам понадобится нарезать 15 грамм огурца. Отрезаем попки, режем пополам. Нарезаем тонкие слайсы. Грамм огурца у нас есть. Теперь нужно нарезать авокадо. Авокадо мы будем брать тоже 15 грамм. Сначала почистим от шкурки. Так же самое нарезаем авокадо 15 грамм. Делаем тоненький слайс. Взвешиваем 15 грамм авокадо. Как раз ровно 15. Теперь нам нужно нарезать 60 грамм лосося. Я лосось беру, обычный свежий лосось. Лишнее отрезаем, получилось чуть больше. Вот, ровно 60 грамм. Все заготовочки мы сделали, можем начинать крутить нашу Филадельфию. Перед тем, как крутить, я предлагаю вам смазать руки сливочным сыром, чтобы рис к рукам не прилипал. Также и макисом можно тоже смазать. Берем уже заранее сваренный рис. Нам понадобится 130 грамм. Раскладываем рис по норе. Разложили наш рисочек, слегка прижимаем макисоном, сильно не давим, и переворачиваем. Нам понадобится 50 грамм сыра. Я использую сливочный сыр. Пятьдесят грамм — это две такие полосочки. Берем 15 грамм нашего авокадо. И 15 грамм огурца. Можем заворачивать наш ролл. Прежде чем завернуть ролл, убедитесь, что начинка будет под нори, что она спряталась, и ролл можно крутить дальше. Я делаю ролл круглой формы,
Поэтому я просто прокручиваю макисон вперед. Одной рукой прокручиваю, второй поджимаю. Слегка подбиваем наши края. С одной и с другой стороны. Положим 60 грамм лосося. Одну половину. И другую. Еще раз поджимаем. Вот такой вот получился круглый ролл Филадельфия. Нам осталось только порезать. Прежде чем порезать ролл, обязательно смочите нож. Режем пополам. Вот такая Филадельфия у нас получилась. Ну что, ребята, давайте попробуем нашу идеальную Филадельфию. Что у нас получилось? Как видите, получилась круглая форма и внутри, и снаружи. Ребята, очень вкусно. Она просто идеальна. Обалденный вкус. Очень классное сочетание начинки и громовки. Всю громовку я напишу в описании. Спасибо, что смотрели. Ставим палец вверх. Обязательно подписываемся на канал. И не забывайте включать колокольчик. Всем пока!